из рязанцев и гостей города не мечтает о бесплатном планшете или телефоне. Это стало возможно, нужно всего лишь проявить немного креатива. В преддверии Нового года информационное агентство «Семинфо» вместе с администрацией города решили устроить конкурс на лучший видеоролик. Хронометраж не должен превышать 1 минуты. Смысл конкурса заключается в том, что рязанцы должны снять новогодний ролик из локаций новогодних нашего города. В парках, скверах, везде, где они будут гулять с семьей, со своими домашними питомцами. В роликах приветствуется изобретательность, песни, танцы, запланированный сценарий. Снять его можно на любые носители, начиная от телефонов до квадрокоптеров. Присылать ролики нужно с 30 декабря по 19 января на почту sale@seminfo.ru. А итоги конкурса будут подведены 25 января. У нас приготовлены очень интересные призы для победителей. За первое место поборются люди, которым подарят планшет Samsung Galaxy. Смартфон Samsung Galaxy будет награжден победитель, который займет второе место. А вот третье место – это конкурс зрительских симпатий. То есть все ролики будут выложены на сайте Семинфо, и люди будут, рязанцы, будут голосовать. Тот, кто победит в голосовании за третье место, получит в подарок наушники Samsung Galaxy Buds. Первое место определит оргкомитет, второе место – редакция Семинфо. Состав жюри будет известен 14 января. Все обновления, касающиеся конкурса, будут появляться на сайте городской администрации и редакции Семинфо. Там же можно ознакомиться с положением конкурса. Стоит сказать, что в первую очередь с помощью этого состязания организаторы хотели бы сделать наш город интереснее не только рязанцам, но и для приезжих. Оцениваться же в работах будет патриотический настрой и творческий подход. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».